اجر حال اجازة استهتوريني ير از تخن مودك دواس و ازري ايش باي قوز اطلق شردر از ابريل بيت شلوش دي نهدرس. Известный ингушский публицист, писатель, литературовед, поэт-переводчик, председатель Ингушского республиканского отделения Союза писателей России Хаваш Алиевич Накостоев – один из тех людей, которые душой болеют за свой регион и его культурное развитие. Первые свои произведения он писал на русском, затем и на ингушском языках. Сегодня Хаваш Алиевич продолжает активную издательскую деятельность. Мастерски владея пером, охотно помогает в становлении новому поколению ингушских литераторов. Без преемственности не будет продолжения истории и нации, уверен Хаваш Накостоев. Видные ученые и просветители Ингушетии заложили капсулу, которая служит ориентиром для потомков на века. جبگی ویسگیری مثلا ووش میت جبگی ویسگیری ووش خانو جبگی محمد یاخش فرانسی و خاش خانه تو وی غلی فلکتور ایلیج شماش دایز دیجی غلی شیه الپش حق الله از دلش غلی الپش داشت تو هیوازو تخم لیل از دلش دو کم لیل داد از نخ تن دگ ملیه تاره تن از دیم ملیه تاره یه از ریس بعد قدی لخشره وعشته دیم از خانه وی Каста автономной республики Лждах, Ахижат, Бекам, Ахинт. Без той базы и основы, заложенной предками, ингуши потеряли бы идентичность. Сегодня активная работа проводится по сохранению ингушского языка. Одним из шагов к его совершенствованию станет и проведение просветительских уроков с учащимися образовательных учреждений, как это было раньше. Султа, без Мелбер Уорта, чач. Дуга, ярик школ холор, дуга Мелбер. Тухал долго, чана, ах, да, ах, ах, туца, гаги, гирхан, ярхам, ху, вах, писатель же ухор туца, жуан, ху, поэт, дуга, дедуж. Янди, муса, ухор, дуга, дуга, дедуж. Да, из дядны Мелбер Уорта, дуга, дуга. Халма дахинга, ишколе, тигичи, Вашкич, Бирышцы, Цибирыш, Агарстихач, Ешичи, Ешича, Ох, Духдуаш, Царисты, Соутлуш. Хаваш Накостоев является автором двух книг и нескольких коллективных сборников. Написал более 50 научных работ. Его произведения печатались в республиканских и районных газетах Ингушетии. Сегодня своей главной задачей он считает продвижение и популяризацию родного языка. Селимхан Кулуев, Акрамат Досхоев, Магаз, 24.